Воспитанники детских домов в Самарской области стали участниками спортивного «Олимпа Приволжья-2017». Третья окружная спартакиада с таким названием прошла в Удмуртии. 9 спортивных дисциплин от плавания до дартса. В сборную Самарского региона вошли 26 воспитанников центров из Самары, Тольятти, Сызрани и Чапаевска. Юные спортсмены достигли хороших результатов по мини-футболу и волейболу, заняв в этих соревнованиях второе место в старшей возрастной группе. По результатам общекомандного первенства команда региона заняла 8 место. Напомню, спартакиада является частью масштабного окружного проекта «Вернуть детство», который реализуется под патронатом аппарата полпреда президента ФПФО.